Я когда вижу такие кадры, которые сейчас вы увидите попозже, думаю, какие молодцы. Настоящие такие патриоты. Потому что в чужой стране, хотя для них, может, уже она и своя, но не боятся никаких внешних обстоятельств, каких-то притеснений, и твердо показывают свою культуру, свое отношение, свою, не побоюсь этого слова, любовь к своей стране России. Yeah.